Всем привет! Меня зовут Андрей Одинцов. Я представляю команду смешанных единоборств Академии ММА. Победу одержал Андрей Одинцов! Республика Беларусь! Я являюсь представителем сильного мужского вида спорта и считаю, такие как мы должны помогать людям, имеющим проблемы со своим здоровьем. Из-за повседневной рутины и каких-то мелочных проблем мы не замечаем, не уделяем должного внимания тем людям, которые действительно нуждаются в нашей помощи. Я хотел бы последовать примеру своего друга и товарища по команде Вадима Куция и провести благотворительную акцию в помощь маленькой девочке Милане Пшенко, которой врачи поставили неутешительный диагноз — спинальная мышечная атрофия первого типа. Сейчас Милане 6 месяцев, и время работает не на нее, так как она нуждается в дорогостоящем лечении, стоимость которого оценивается примерно 2,5 миллиона долларов. Всю информацию о Милане вы сможете увидеть в ссылке под этим видео. Помощь не бывает маленькой.